Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Парк «Воронежские озера» на один день стал самарским «Лилихаммером». Традиционная гонка «Быстрая лыжня» собрала в парке школьников промышленного района. Подготовку к старту провели накануне. Снегоход со специальным прицепом расчистил снег и проложил лыжню. Снегоходы уплотнял наст снежный, ну, затем прошли как бы бараной и специально устройством для прокладки лыжни, что позволяет коньковым ходом и обыкновенной классикой ходить. Старт первой группы гонщиков был дан в 10 утра. По регламенту, в зависимости от возраста, меняется дистанция, которую должен пройти участник. А у победителя районной гонки есть шанс пройти отбор на городские соревнования. Ну, дистанция у маленьких девочек 1 километр, у старших мальчиков 3 километра, у всех остальных 2 километра. Из победителей будет сформирована сборная команд промышленного района, и через неделю на городских соревнованиях 9 районов померятся силами. Не сильный, но ощутимый морозец и приличная дистанция особых хлопот гонщикам не доставили. На финиш ребята приходили усталые, но довольные. Первый раз, но я довольна собой, своим результатом. Для первого раза, как вы говорите, неплохо. После подведения итогов станет ясно, кто представит район на городском этапе быстрой лыжни. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.